Здравствуйте, вы смотрите программу «Второе дыхание». Это программа о спорте, спортсменах и здоровом образе жизни. Сегодня вы увидите. Весла на воду. Рязанские гребцы всегда в форме. Умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Однако альпинист со стажем считают несколько иначе. Боевая ничья. Сборная России отыграла первый матч на чемпионате мира по футболу. Ну а теперь обо всем подробнее. Безусловно, главное спортивное событие прошедшей недели – это стартовавший в Бразилии чемпионат мира по футболу. Российская сборная уже провела свой первый матч. Тяжелейшим для сборной России получился первый матч на чемпионате мира в Бразилии. Поединок против Южной Кореи наглядно показал, что слабых команд на чемпионате уже нет, и каждый коллектив будет бороться за место в плей-офф. Игре российской сборной явно не хватало движения и нестандартных ходов. Главный тренер Фабио Капелло сказал после матча: «Определенная эмоциональность сыграла свою роль, и она нас сковала. Мы играли более закрепощенно, чем обычно. И сразу после пропущенного гола вы увидели реакцию команды, которая заиграла так, как умеет». Впрочем, в концовке инициатива уже целиком и полностью принадлежала российским футболистам. Однако довести дело до победы у россиян не получилось. В принципе, боевая ничья 1-1 ничуть не уменьшает шансы сборной России на выход из группы. Что же, пожелаем нашей футбольной команде успехов. А пока перейдем к событиям сугубо рязанским. На прошлых выходных в поселке Шумыш на водно-гребной базе спортшколы Олимпийского резерва «Олимпиец» состоялось первенство Рязанской области среди юношей и девушек по гребле на байдарках и каноэ. Гребля на байдарках и каноэ – захватывающая разновидность водного спорта. По-другому еще именуется как гребля по гладкой воде. В Олимпийских играх участвует с 1936 года, хотя неофициально на Олимпиаде была представлена еще в 1924. Исходя из названия, можно легко догадаться о типах лодок в описываемом виде спорта – каноэ и байдарка. В гребных видах сочетается немало дисциплин, пользующихся данными типами лодок, но в олимпийскую программу входит исключительно гребный слалом. Археологические сведения настоятельно убеждают нас о неимоверно древней предыстории появления байдарок с каноэ. 2,5 тысячелетия до нашей эры. Раскопки, методично исследующие Египет, на надгробии обнаружили рисунки весьма схожих типов лодок. Впрочем, чего далеко ходить, если немногим более полувека назад, близ Воронежа, при раскопках наткнулись на челн, изготовленный из дуба. Его возраст оценили 4 тысячи лет. Первую современную байдарку, получившую мировое признание, сконструировал шотландский юрист Джон МакГрегор в 1865 году. Лодка с названием «Роп-Рой» простиралась в длину на 4,5 метра, раздаваясь вширь на 76 сантиметров. Так что шотландца можно смело отнести к зачинателям такой спортивной дисциплины, как гребля на байдарках и каноэ, за что ему и спасибо. В нашей области гребля является одним из ведущих видов спорта, а рязанские тренеры могут гордиться не одним поколением известных гребцов. В нашей работе, ну, в принципе, мы достигли хороших результатов. Мастера спорта международного класса, мастера спорта, и порядка очень много. Кандидаты в мастера спорта, перворазрядников, ну и ниже. У нас, например, по юниорам сейчас мальчик был второй тур отбора, он завоевал 7 медалей. Это Гусев Олег. На всероссийском уровне он считается самым лучшим байдаристом. Выше него, конечно же, у нас есть ребята. Это Федосеев, Кононюк, мастера спорта. Вот сейчас у нас бегает здесь Плаксин Олег, чемпионы России ребята. Бронзовые призеры чемпионата Европы. Также у нас в Рязанской области Липкин Николай. Самыми идеальными водоемами для гребных гонок считаются водохранилища со стоячей водой и защищенные озера. Также для регаты великолепно подходит гребной канал, разделенный на 9 дорожек, с рядами буйков между ними. Ширина каждой дорожки составляет 9 метров. Самым важным фактором в гонке является, конечно же, скорость. В программе Олимпиады мужчины мерятся силами на дистанциях 1500 метров, а женщины только на 500 метров. Заплывы групповые. Гребцы обязаны держаться своих дорожек и сохранять расстояние между лодками не менее 5 метров. Одно время были заплывы и на 10 километров, но позже эту дисциплину убрали из олимпийской программы. На байдарках к участию в соревновании допускаются спортсмены обоих полов, а вот на каноэ исключительно мужчины. Считается, что это особенно физически тяжелый вид спорта. Физическая подготовка спортсменов, кстати, действительно заслуживает уважения. Сегодня гребцы ходят в тренажерные залы и проводят там не меньше времени, чем в байдарках и каноэ. А еще занимаются легкой атлетикой, футболом и, конечно же, плаванием.
Я пришла на греблю в 10 лет, меня привела мама. Мама занималась тоже греблей. Первую тренировку мне очень понравилось, мы играли в футбол. Впечатления были просто невероятные, все очень понравилось. Дальше очень хотелось тренироваться. Нагрузки очень большие, большой комплекс упражнений. Что помогает тебе справляться с ними? Почему тебе нравится? Было ли желание вообще бросить когда-нибудь? Усталость такая приходила? Да нет, как бы. Просто всегда стремлюсь идти вперед, чтобы достичь высоких результатов. У каждого спортсмена есть свой стиль чего-то достичь. И как бы я просто стремлюсь к этому. Быть лучше, выше, занимать какие-то места высокие. Помимо олимпийских дисциплин, гребной спорт включает в себя множество других неолимпийских дисциплин. Гонки вниз по бурной воде, каноэ, фристайл, гонки на драконе. Каноэ поло, гонки в океане соединяют своими соревнованиями гребцов всех дисциплин. Второе название байдарки – каяк, а бывают каноэ не только одно- и двуместные, но и двадцатиместные. Такое каноэ называется драгонбот. Свое название оно ведет от своего же внешнего вида. Дело в том, что внешне это судно похоже на дракона. Спереди оно имеет голову дракона, а сзади – хвост. Такая лодка весит 250 килограммов и выдерживает экипаж до 2 тонн. Словом, это действительно красивый и увлекательный вид спорта. Гребля – это спорт скоростей. Нравится больше опять в команде плавать или подно? В команде. Всем нравится по-разному, мне нравится грести. Сам процесс. Вот ты пришел на секцию, пока вроде как бы немножко занимаешься. Вот о чем мечтаешь? Добиться высоких результатов. Каких? Чемпионом России стать. Я хочу выступать на чемпионате России, а потом, если получится, то и более высоких турниров. И занимать высокий результат. Недавно в Рязань вернулся из очередной командировки в горы Непала известный альпинист, обладатель высших международных наград в альпинизме Денис Урубко. Он рассказал не только о своем последнем горном восхождении по северной стене Канченджанги, но и о спортивной составляющей альпинизма. Считается, что альпинизм возник еще в глубокой древности. Тогда это было связано с восхождениями на горные вершины, главным образом легкодоступные. Однако официальное возникновение альпинизма относят к 1786 году, когда швейцарцы-крестьянин Жак Бальма и врач Мишель Паккарт впервые достигли вершины альпийского Монблана высотой 4810 метров. Первые альпинистские клубы возникли в середине 19 века в западноевропейских странах. Для развития альпинизма в России многое сделали военные топографы. В середине 19 века они поднимались для создания сети опорных геодезических пунктов практически на все горные хребты Кавказа и гор Средней Азии. В советские же времена альпинизм также являлся военно-прикладным видом спорта. В 30-е годы в горах ежегодно бывало до 30 тысяч альпинистов. Проводились даже альпиниады. На протяжении десятилетий в СССР складывалась спортивная система альпинизма со спортивными разрядами, званиями и соревнованиями, вплоть до чемпионатов страны, чего не было за рубежом. Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная трава. Воспитанник советской школы альпинизма, неоднократный чемпион СНГ в высотном, техническом, высотно-техническом и зимнем классах Денис Урубко также подтверждает, что альпинизму тогда уделялось большое внимание. Надо сказать, что Денис Урубко стал первым горовосходителем из СНГ, который покорил все 14 восьмитысячников мира. Причем все без применения кислорода и стал по этому показателю восьмым в мире. Государство финансировало альпинизм по различным направлениям. Это спортивное общество, армия там. И это был прикладной вид спорта. И там была хорошо поставлена система подготовки, которая в основном акцентуация шла на безопасность. Люди росли поэтапно от первых там каких-то ступеней дальше под руководством очень опытных инструкторов. То есть люди в Советском Союзе получали бесплатные там отпуска, в смысле, на производстве их отпускали, им даже оплачивали, в смысле, эти деньги. Люди, которые работал он там слесарем на заводе, потом он ехал 2-3 месяца летом инструктором в альплагерь куда-то, готовил молодежь, сам совершал сложные спортивные восхождения, и при этом ему сохраняли зарплату, льготы там, еще и альплагерь ему был бесплатно. Вся эта система, она работала на то, чтобы заточить как можно большее количество людей на как можно более высокий уровень. После распада Советского Союза и система подготовки альпинистов претерпела изменения. Появились новые спортивные направления, такие как, например, скоростное скалолазание.
Хотя для тех, кто ходил в горы и покорял запредельные 8000-ные высоты, спортивная составляющая альпинизма заключена несколько в ином. Спорт, как я понимаю, это стараться сделать что-то лучше, чем другие люди. То есть стараться выиграть, стараться пробежать быстрее, там, прыгнуть выше. В альпинизме спортивность измеряется разными критериями. Не только скоростью, не только сложностью, но и опасностью во многом. Почему? Я объясняю. Вот, к примеру, гора какая-то была, Эверест. Приехали первые ребята там когда-то там сотню лет назад, посмотрели, и они старались достичь вершины по самому простому, самому приемлемому маршруту. Они пролезли. Приехали другие ребята, посмотрели. Так, здесь уже пройдено. Хотим что-нибудь сделать лучше, немножко сложнее, чем другие люди. И они пошли по другому маршруту, по другой стене, с другой стороны горы. Но дело в том, что обычно, которые люди приезжают первые, они же выбирают самый простой маршрут и самый безопасный. А там уже где-то сложные скалы начинаются дальше, потом нависающие там ледовые сераки, которые иногда обрываются, там лавины. И когда уровень спортивности растет, повышается и уровень риска. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершины еще впереди. Не так давно ученые Дэвид Керриер и Майкл Морган из Университета Юты опубликовали в научном биологическом журнале Biological Review статью о том, что лицо современного человека сформировал кулачный бой. Причем ранее эти же исследователи высказывали предположение, что и руки человека также лучше, чем у других приматов, подходят для рукопашных поединков. Ведь ладони и пальцы рук находятся в таком соотношении, что их можно сложить в кулак. Также эти ученые обратили внимание, что в процессе эволюции у людей становились толще и тверже именно те кости лица, которые с наибольшей вероятностью могут быть повреждены при ударе кулаком. В общем, если верить этим американским ученым, человек стал человеком благодаря агрессии, жестокости, ну и кулачным поединкам. Многие люди склоняются к мнению, что бокс должен быть объявлен вне закона. В истории бокса это случалось много раз. Довод его противников таков – это слишком жестокий и даже варварский вид спорта. Интересно, как бы они реагировали, увидев первые боксерские поединки, которые происходили в Древней Греции, на Олимпиадах и других соревнованиях. Некоторые из тогдашних правил бокса были очень похожи на современные, но было одно большое различие. Вместо перчаток бойцы надевали так называемый цестус. Это была накладка из кожи, обитая свинцовыми или бронзовыми пластинками. Удар цестусом, как вы догадываетесь, мог быть просто сокрушительным. После падения Римской империи бокс исчез и не появлялся вновь, пока не был возрожден в Англии в начале 18 века. Вскоре он стал очень модным спортом и так продолжалось на протяжении более чем 100 лет. Бои проводились голыми кулаками, многие из них длились несколько часов. Разрешалась борьба и броски. Раунд заканчивался только тогда, когда одному из бойцов удавалось сбить противника с ног, а время отдыха между раундами могло колебаться. Эта жесткая схватка продолжалась до тех пор, пока один из бойцов в начале очередного раунда оказывался уже не в состоянии выйти в центр ринга. Естественно, что бокс в такой жесткой форме окончательно восстановил против себя общественное мнение. Для спасения этого вида спорта надо было что-то менять. С этой целью стали применять перчатки, набитые чем-нибудь мягким, например, ватой. Затем понемногу старые правила делались все более гуманными. И, наконец, в 1867 году был сделан важный шаг. Маркиз Куинсбери предложил свод правил, которые пошли на пользу боксу и вернули ему былую популярность. В частности, продолжительность каждого раунда ограничивалась 3 минутами. Перерыв между раундами должен был длиться 1 минуту. Эти правила были приняты во всем мире и действуют по сегодняшний день. На сегодня это все. Будьте спортивными, будьте активными, и пусть в любом деле у вас открывается второе дыхание.